Идем далее. Есть вопросы? Приходи на прием граждан. 11 февраля в Кунгурском межрайонном следственном отделе состоится прием граждан. Руководителем Следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю, полковником юстиции Сергеем Сарапульцевым. На личный прием можно обратиться по вопросам возбуждения и расследования уголовных дел, проведения процессуальных проверок. Необходима предварительная запись. Номера телефонов вы видите на экране. Начало приема с 11 до 13 часов.